что могу сказать? Понимаете, да, люди, которые признавались в этом, в первую очередь, там, Фредди Меркьюри, он, в первую очередь, Фредди Меркьюри, а потом он гей. То есть здесь как-то не... Я не думаю, что если мы начнем пропагандировать это или каким-то образом запрещать, наверное, опять-таки не должно это нарушать личное человеческое пространство. Вот. Ну, то есть должны быть какие-то... Я вообще не думаю, что стоит какой-то делать акцент на этих парадах, не парадах. Вы знаете, наверное, в этой ситуации лучше всего, вот мне сейчас нравится закон, который запрещает показывать футбольных фанатов, которые выбегают на поле. Их просто запрещают показывать, то есть чтобы люди вот эту славу Герострата, они как бы не брали на себя, да, там. Мне кажется, что сегодня тоже это в какой-то момент стало кичем, да, вот я вот такой там необычный кич, то есть вот я какой-то необычный, я особенный, и просто не показывать. Просто не показывать, просто чтобы, ну вот, не показывают хулиганов, да, и, но каждому разрешить право на его... личную жизнь. Ну, опять-таки, тут надо договориться, я немножко тоже не знаю всех тонкостей, да, закона. Опять-таки, все, мы живем все-таки в 21 веке, уже имеем большой опыт исторический, да, как можно все перевернуть, любой закон, как можно все сделать, да, главное, чтобы здесь действительно, опять-таки, не нарушалось личностного пространства, то есть... Я, наверное, добавить ничего не могу, потому что немножко не в теме, не совсем, это не тот вопрос, который меня интересует больше всего. Но опять-таки я хочу, потому что, ну, сегодня не секрет, я занимаюсь творчеством, и были такие люди, как Оскар Уальд, которые-то не скрывали, да, и тот же Элтон Джон, и люди, которые, ну, а что, будем объективными, сделали не так мало, подарили какую-то радость людям, видите, и... Здесь не должно быть опять перегиба, но и какой-то пропаганды ни в коем случае быть не должно. Вот. Тут я не знаю, но когда я увидел этот закон, я, честно говоря, порадовался. То есть, что